Я просто мало провожу время в соцсетях и больше общаюсь в жизни с людьми в принципе. Просто я не захожу никогда на подозрительные сайты. Не сидим в интернете. Вообще. Читаем книги, развиваемся. Закрываем аккаунты, чтобы не писали. Ну, на рекламные ссылки, естественно, там не кликать. Просто игнорировать все это и все. А что игнорировать? Ну, то, что присылают или как правильно. Не общаться с мошенниками. Просто проверять человека, который стоит вызывать у тебя сомнения и все. Или какие-то там выгодные условия предлагают тебе, которые, ну, явно не просто так это все.